Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Белесневич. Смотрите сейчас. С Днем Конституции! Школьники получили свои первые паспорта из рук мэра города. А я стала настоящей гражданкой Республики Беларусь. Кто в числе лучших? Огненный апгрейд. Ночью в Бобруйском районе горел магазин. По прибытию спасателей наблюдалось горение внутри магазина, создалось плотное задымление. Поджог или неисправная электропроводка. От карманных расходов до давней мечты. БРСМ набирает молодежь в студенческие отряды. В этом году я буду опять работать в составе медицинского отряда. Как подключиться к чат-боту? А также майский бонус, налоговая декларация и запрещенный букет. Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов. Сколько заплатят браконьеры? Страна отмечает День Конституции. К празднику белорусы подошли с обновленной редакцией основного закона, которая символично вступает в силу в эту знаковую дату. Именно народ стал полноценным соавтором документа, определив контуры развития нашей республики на ближайшие десятилетия. Если заглянуть в историю, белорусская власть никогда не принимает важнейшие решения в одиночку. Всегда обращается к гражданам. Референдум – воля народа. Механизм прямого совета по важнейшим вопросам развития общества. Суверенная Беларусь проводит 4 таких опроса. Первый – 14 мая 1995-го. На обсуждение выносят 4 вопроса. За придание русскому языку равного статуса с белорусским голосуют свыше 83% граждан. За установление новых госсимволов, герба и флага – 75%. Действия президента, направленные на экономическую интеграцию с Россией, поддерживают более 83% жителей. А внесение изменений в действующую конституцию – 77%. Следующая электоральная кампания проходит 24 ноября 1996-го. Здесь на обсуждение также выносят 4 вопроса. За перенос Дня независимости на 3 июля голосуют 88% граждан. За принятие предложенной Александром Лукашенко новой редакции Конституции 70%. Против одобрения вопроса, выступаете ли вы за свободную без ограничений покупку и продажу земли, почти 83% от внесенных в списки. А отмену смертной казни не поддерживает более 80% избирателей. Третий референдум назначают 15 октября 2004-го. На обсуждение выносят всего один вопрос. Разрешаете ли вы первому президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу участвовать в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь в выборах и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции в следующей редакции? Президент избирается на 5 лет непосредственно народом на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права на тайном голосовании. За выступление свыше 79% граждан. К проведению важной политической кампании года, четвертому референдуму, вся страна идет не один месяц. Разработкой нового проекта Конституции занимается огромная команда профессионалов. Внести свою лепту на диалоговых площадках имеет возможность абсолютно каждый белорус. Обратная связь показывает – люди за порядок, законность и процветание. Как итог, в общественные приемные поступает 9 тысяч мнений. В финальном документе учитывают 9 из 10 предложений. Всенародный опрос проходит 27 февраля 2022. На обсуждении всего один вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции? Переработке подвергаются 53 статьи основного закона страны, добавляют 14 новых, исключаются 3. Активное участие граждан в референдуме доказывает, белорусам не безразлична судьба страны. Они делают выбор в пользу мира, сохранения всех социальных гарантий и исторической правды. За изменения, продиктованные временем, голосуют 82,86% граждан. Несмотря на внешнее политическое, экономическое и информационное давление, Беларусь идет по пути строительства социального государства. В мировом рейтинге по уровню занятости наша республика расположена на 5-й строчке из 73. Отечественная медицина занимает 59-ю позицию из 93. Мы входим в группу 30 наиболее развитых стран в сфере образования. Обновленная конституция призвана и дальше отстаивать интересы общества, сохранять идентичность и христианские ценности народа. Ведь белорусы вынесли обоюдно верное решение. Держим курс на развитие.
путевка во взрослую жизнь. Бобруйские школьники получили паспорта из рук мэра города на торжественной церемонии в честь Дня Конституции. Первый документ вручили 43 юным жителям. Это победители олимпиад и творческих конкурсов, отличники учебы и лидеры молодежных объединений. В подарок ребятам также обновленный экземпляр Конституции, книга «Я гражданин Республики Беларусь» и памятные сувениры. Теперь для этих 14-летних юношей и девушек основной закон не просто слова, а руководство к действию. Именно от них зависит будущее страны. А я очень рада, что получила белорусский паспорт, а я стала настоящей гражданкой Республики Беларусь. Я горжусь своей страной. В стране в День Конституции паспорта вручили 3000 человек. Патриотическая акция «Мы граждане Беларуси» проходит в республике 18 раз подряд. Горячая цена. В Бобруйском районе произошел очередной пожар. ЧП случилось в деревне Усово. На этот раз синим пламенем полыхал продуктовый магазин. Звонок на номер 112 поступил в 2:33. В колокола забили местные жители. По прибытию спасателей наблюдалось горение внутри магазина, создалось плотное задымление. К счастью, людей внутри магазина не было. Пострадавших, как сообщается, нет. Что могло стать причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты. К слову, это уже 13-й пожар в Бобруйском районе с начала года. Всего же за это время в стране зафиксировано почти 1200. Победная весна, урожайные культуры и страховой тариф. Белорусы с октября смогут копить на дополнительную пенсию. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Ко Дню Победы отдельные категории граждан получат материальную помощь. Максимальная сумма – 1800 рублей. Она положена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, тем, кто принимал участие в боевых действиях до 3 сентября 1945-го. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 6 мая. В Беларуси посеют больше гречихи и проса. Одновременно будут уменьшены территории для пшеницы и ячменя за счет увеличения озимых. Акцент на более урожайные культуры. Сельхозорганизации готовы к старту посевной. В этом году аграрии намерены получить на 1,5 миллиона тонн больше зерна. Уже с октября белорусы смогут копить на доп. Пенсию. Гарантируется сохранность средств и их капитализация. Раз в год страховой тариф можно менять или же приостановить. Этот документ в Минтруда называют шагом в развитии пенсионной системы. При формировании подходов изучили наиболее успешные международные практики. В Беларуси в конце марта завершается срок подачи деклараций о доходах. Ее можно предоставить в электронном или бумажном виде. В последнем случае возможен вариант через доверенное лицо или по почте. Ставка подоходного налога для физлиц – 13%. Исходя из этого рассчитывается сумма, которую необходимо выплачивать. В стране подорожало автомобильное топливо. Стоимость выросла на 2 копейки. 92-й теперь стоит 2,06, 95-й и дизель – 2,16, 98-й – 2 рубля 38 копеек. Как пояснили в Белнефтехиме, такая мера принята с учетом роста мировых котировок нефти. Лето с бэкграундом. В Беларуси стартовал промо-проект «Выбираем студотряд». Среди популярных сфер – сельское хозяйство, строительство, педагогика, медицина и экология. Оставить заявку можно как на интерактивных площадках в вузах и СУЗах, так и онлайн. Для Вероники Габиевой это будет уже второй трудовой сезон. Она решила подать заявку сразу же, как открылась площадка в ее колледже. Для девушки работа в студотряде не только способ подзаработать, но и возможность набраться опыта. В этом году я буду опять работать в составе медицинского отряда, но еще в целом мы работаем в составе республиканского трудового патриотического проекта «Зимний маршрут», где у нас собираются ребята со всех областей и различных отрядов. Мы становимся одной большой, огромной семьей. В Беларуси стартовал промо-проект БРСМ «Выбираем студотряд». В Бобруйске подать заявку можно на интерактивных площадках колледжей. Здесь ждут ребят от 14 до 31. Самые популярные направления – сельское хозяйство, строительство, педагогика, сфера обслуживания и экология. Для будущих бойцов создан специальный чат-бот. В нем есть возможность задать вопрос, указать желаемую зарплату и профиль работы. Воспользоваться каналом можно в любом уголке страны. В прошлом году в Беларуси теорию на практику сменили больше 10 тысяч парней и девушек. Масштаба города – свыше 500 человек. Это 40 отрядов. Будущие специалисты помогали строительству важных социальных объектов – 35-й школе, 85-му детскому саду. Облагораживали и территории города. Одни зарабатывали на карманные расходы, другие – копили на мечту. Также были участниками республиканских проектов, таких как «Толочин» и «Город молодости» в
островце. Надеемся, что в этом году численность студенческих отрядов возрастет и желающих трудоустроиться будет намного больше. Запись продолжится до конца июля. Затем юных бойцов ждет лето, которое они проведут с пользой. Союз молодежи будет поддерживать ребят на протяжении всего семестра. От соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Живые краски леса. С теплом в Беларуси появляются и первые весенние растения. Некоторые из них внесены в Красную книгу. Срывать их запрещено. Размер штрафа может достигать 16 тысяч рублей. Популярностью у браконьеров пользуются прострел луговой, фиалка топяная, купальница европейская и особенно черемша. У этих растений есть буквально 1-2 недели для того, чтобы вызреть, дать семена и, ну, скажем так, чтобы в следующем году они снова взошли. Лица, которые осуществили сбор частей дикорастущих растений незаконно, либо их уничтожение, будут обязаны погасить вред, причиненный окружающей среде. Ежегодно массовый сбор первоцветов в марте-апреле грозит их исчезновением в природе. Покупка таких растений – поощрение браконьеров. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!